Новый парк появится в Красноярске. На Караульной горе уже начались работы. Строительная техника разравнивает площадку. К концу лета там появится целый километр новых дорожек с брусчаткой вместо асфальта. Детский городок, площадка для выгула собак, парковка на 100 машин и отдельная стоянка для автобусов. Осенью планируют высадить деревья. Особенностью нового парка станет сцена-амфитеатр, расположенная прямо на склоне. На ней будут проходить концерты и фестивали. Проектировщики запланировали обновить архитектурную подсветку часовни, а также провести художественную иллюминацию самого склона горы. Причем заниматься этим будут специалисты, которые делали освещение в известном московском парке «Зарядье».